Криптовалюта – это тренд 21 века. Убедитесь в этом, досмотрев ролик до конца. Сейчас о криптовалюте не говорит только ленивый. Последние годы эта тема вышла из тени и стала публично обсуждаться. Но даже сейчас очень мало людей понимает суть этой технологии и ее возможности. Уже трудно игнорировать это молодое, но сверхперспективное явление. Изначально это была область для узкой группы лиц и энтузиастов. Но с 2016 года в крупнейших корпорациях, банках и на уровне правительств активно ведутся дискуссии на тему криптовалюты и технологии блокчейн. А все началось совсем недавно, в 2009 году, когда благодаря никому неизвестному программисту Сатоши Накамото мир узнал принципиально новую технологию блокчейн, благодаря чему начала функционировать сеть первой в мире криптовалюты биткоин. Это положило начало новой криптовалютной эры. По сути, мы получили альтернативную финансовую систему. Впервые в истории человечества появились деньги, создаваемые людьми для людей. При этом этими деньгами управляют только законы математики, а не правительство или какая-нибудь организация. Многие до сих пор не понимают, что такое криптовалюта и чем она отличается от обычных электронных денег. А главный вопрос – почему биткоин и другие цифровые валюты так чрезвычайно быстро растут в цене, порождая целое поколение молодых миллионеров? Хотите стать одним из них? Отлично! Досмотрите видео до конца и примените на практике новые знания. Что из себя представляет биткоин? Представьте себе платежную систему, в которой все платежи проходят только от человека к человеку, без посредников, при этом практически моментально. Без комиссий и в любую точку света. Вы можете передать любую сумму, от очень большой до очень малой, и эти платежи полностью анонимны. При этом эта система доступна любому человеку без ограничений. Все, что нужно, только смартфон и интернет. Но самое важное, что биткоин жестко лимитирован. За всю историю может быть всего 21 миллион монет на 7 миллиардов человек. Только 21 миллион монет. Именно поэтому биткоин сравнивают с цифровым золотом. В 2011 году один биткоин стоил 1 доллар. В 2012 году один биткоин стоил 10 долларов. В 2013 году один биткоин стоил 100 долларов. В 2014 году один биткоин стоил 400 долларов. В 2017 году становится кульминационным. С 1000 долларов взлетает до 3000 долларов. Как вы видите, стоимость биткоина не фиксирована. Она задается на бирже рыночными механизмами и зависит только от спроса и предложения. А биткоин – это полноценный биржевой актив. Такой же, как золото, нефть или акции Сбербанка. Это открывает колоссальные возможности в сфере инвестиций. К примеру, вложив в 2011 году в биткоин 15 тысяч рублей, к 2017 году у вас был бы капитал, равный 1,5 миллиону долларов. Никакой магии, чистая математика и рыночный рост стоимости криптовалюты. Жалеете, что у вас нет машины времени? Не жалеете! На рынке криптовалюты в данный момент есть масса возможностей. Биткоин – первая криптовалюта, но далеко не единственная. Посмотрите, как криптовалюты могут расти в стоимости за короткий промежуток времени. Эфир. Начало 2017 года. 10 долларов. К лету стоимость поднимается до 400 долларов. Рост 4000% за 6 месяцев. Лайткоин. Январь 2017. 5 долларов. Уже к лету 2017 – 45 долларов. Рост на 900% за полгода. Ripple. Март 2017. 0,5 доллара. Через 3 месяца, в мае, он стоит уже 0,36 доллара. А это 7200% за 3 месяца. Капитализация рынка всех криптовалют в начале 2017 года была всего 15 миллиардов долларов, но уже к июню 2017 года стала более 100 миллиардов. Большие капиталы устремились в этот молодой рынок, и специалисты утверждают, что в ближайшие годы составит более 1 триллиона долларов. Это беспрецедентные возможности, которые уже сделали богатыми многих осведомленных людей. Но как стать частью этой инновационной сферы простому человеку, который не разбирается в этих сложных технологиях? Представляем вам уникальную финансово-технологическую платформу AlphaCash.
В одном месте собраны все инструменты для работы с криптовалютой. Просто и легко вы в одном месте можете зарегистрировать кошельки популярных криптовалют, приобрести криптовалюту по выгодному курсу любым удобным способом, воспользоваться инвестиционными возможностями с минимальным уровнем риска или стать востребованным специалистом и построить карьеру в этом супертренде. Впервые профессиональное инвестирование в криптовалюту становится таким доступным. Наши специалисты обладают большой компетентностью в этой сфере. Мы используем проверенные доходные стратегии, которые в совокупности дают инвестору от 15% чистой прибыли в месяц. И это в криптовалюте. Впервые вы можете надежно хранить, приобретать или инвестировать криптовалюту на одной платформе. AlphaCash. Используй свои криптовозможности. Узнай больше, пройдя бесплатную регистрацию на сайте alphacash.com.